Сетка, второй мяч. Летает по корту. Роджер. Ну, Джокович спродюсировал фильм о вегетарианстве. Выложил он в своих социальных сетях. В фильме принимали участие Арнольд Шварценеггер, Джеки Чан, Льюи Хэмилтон. Все сплошные вегетарианцы. Как оказалось. Вы знали об этом? Теперь знаете. Его уже номинировали на какую-нибудь премию? Только выставил. Сразу? Без просмотра? Ну, если вы помните, Новак Джокович и книгу писал о своей специальной диете. В какой-то период он перестал есть и мясо, и рыбу, и совсем исхудал. Не выиграл титул, но затем пришел Вайда. Вновь вернулся в команду и попросил Новака хотя бы рыбе внимание уделить. И, в общем, результат не оставил себя долго ждать. Сейчас между сетами полкило рыбы точно нужно Новаку. Пока 1.5 и 0.40. Такого хорошего замороженного минтая. Второй сет остается за Федерером. 6-1. Ждем третью партию, посмотрим, что там будет.